Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу Happy Click. И я, друзья, проверила этот бокс на вывод. Все замечательно. Бокс платит. Выводила здесь минималка сколько? Не помню. 10 центов вроде бы. Нет, даже 2 цента. Или 1 цент. В общем, я 17 центов набрала, поставила на вывод. Вывод мне пришел где-то дня через полтора-два, по-моему, как-то так, вчера. Значит, история вывода, переходим. Все, 19, видим, 19 декабря. И зелененьким горит, выплачено. Перейдем на Pair. 19 декабря, перевод выполнен. 0.17 центов и вывод Hype Clicks или Happy Click. Как-то так. Платит все замечательно. Значит, что я сделала, друзья? Я же купила здесь, я в прошлом видео забыла сказать, сделала здесь апгрейд за 70 центов. Вот. Ну, надеюсь, я не пожалею. Пока работает, платит, я довольна. Сейчас у меня уже, я тоже могу, как бы, есть минималочка на вывод. Я еще рекламку не просматривала, но вывод здесь доступен у меня. Будет только 23 декабря. Раз в 5 дней. А вы же смотрите у себя, через какой срок у вас будет доступен. Я так предполагаю, что кто на стандарте, здесь вывод обрабатывается 8 дней, значит, вывод идет один раз 8 дней. Так как у меня куплено членство за 70 центов, у меня вывод обрабатывается 5 дней, значит, раз в 5 дней. Ну, вот как-то так. Это лично мое предположение. Ну а так, продолжаю работать. Опять же таки, буду проверять на вывод. Как у нас проекты работают, сегодня работают, завтра нет. Так что следующее видео запишу по следующему выводу. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.